помнит? Никто не помнит. Склероз. Хорошо. Калидовали. Уже близко. Тепло. Да. Тепло. Храмский. Это святое храм. Само слово рождение рождает в человеке ощущение появления в мир чего-то светлого, доброго, хорошего. И вот рождается Христос, и в сердце человека вместе с этим рождением появляется надежда. Надежда на то, что в жизни что-то изменится, и изменится к лучшему. Со встречи Рождества всегда человек ждет чуда. Об этом снято много фильмов, написано много художественной литературы. Чудеса. Как без них? Ой, хочу чудо. Ну, сегодня будет много чудес. Ну, на самом деле, в каждой стране сложились свои традиции празднования. Да? Да. За больше, чем 2000 лет сложились в каждой стране свои традиции, и в нашей стране они, конечно, сложились тоже свои. Сегодня мы хотели вспомнить. Что мы хотели вспомнить? Ну, христианские традиции хотели вспомнить. Празднование Рождества на Руси. Вот, самый важный момент. Леша, спасибо. Как всегда. Очень сложно переключиться от музыки, от текста. Не просто. Хотели бы вам сказать там одну мысль, чтобы никого не смутить. В сознании русского человека всегда совмещались христианство и язычество. И вот сегодня мы будем говорить именно о христианских традициях, чтобы немножко внести какую-то ясность. Да, и начнем с традиции пения коляды. Как же без коляды? Известный нам обычай коледовать на Рождество появился уже после крещения Руси. Все колядки условно можно разделить на два типа. Это христославные рождественские и посевные языческие. Христославные коледующие ходили шествием с Вифлеемской звездой, что олицетворяло поклонение богов младенцу Христу и сопровождалось пением рождественских колядок и тропаря Рождества. Ну, это церковные представления. Традиции колядок связаны с таким явлением, как вертеп. Вертеп – это такое театрализованное представление. Ну, многим кажется, что вертеп – это вот… Мне раньше казалось, что вертеп – это такой ящик какой-то, да? На самом деле, так и есть. Это такой передвижной кукольный театр, только ярусный ящик с ширмой. Клядущий, который путешествовал с этим ящиком, показывает представление, во время которого исполнялись колядки неоднократно. И это обозначало появление того или иного героя, и только когда появлялся ангел, исполнялся рождественский церковный тропарь песнопения. К сожалению, традиция пения колядок в нашей стране практически погибла. Если мы с вами сейчас поедем на Украину, то мы поехали, уже так собирались, да? То мы встретим эту традицию живой, практически в каждом доме поют колядки, их знают, помнят, и эту традицию сохраняют. А в наших деревнях практически ее нет. А в городе эта традиция сохраняется только как театрализованное, развлекательное представление. И вот сегодня мы вам будем петь и старинные колядки. Мы выбрали самые популярные, самые хиты колядочные. Можно будет открывать. И также выбрали несколько рождественских песен, которые написаны уже в современное время, чтобы вы могли увидеть, что как может эта традиция развиваться и вот в нашем 21 веке. И сейчас мы вспомним одну из старинных колядок. Божий
рождественский сочельник. Второй на 14 января, в день памяти святителя Василия Великого. И третий накануне крещения. Название сочельник происходит от особой пищи, сочного. Но, как правило, это такие размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса. Чаще с медом, а также бобы, горох и овощи. По традиции в этот день, придя из храма после утренней службы, верующие воздерживаются от принятия пищи и до появления на небе первой звезды. Вот смотрят вот туда. Нет звезды. О, появилось, все, можно поесть. Эта звезда символизирует звезду, которая взошла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. По евангельскому преданию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться младенцу Христу и принесли ему богатые дары. В этот вечер перед ночным богослужением грядущие прославляли Христа. Второй оплот был 14 января, день памяти Василия Великого, которого очень любили на Руси и вспоминали его деяния. И третий оплот совершался накануне крещения. Совершалось великое освящение воды. Почему оно называлось великим? Потому что именно в этот день крестили новообращенных людей, их называли оглашаемыми. И освящали столько воды, сколько зависело от количества людей крещаемых. Вот. И хочу вам сказать по секрету, Алексей, правда, не запретил говорить об этом. Сказал, что вдруг я кого-то могу расстроить. Хочу вам сказать по секрету, что купание в проруби, оно совсем никак не связано с великим освящением воды и с крещением. Сейчас вы услышите колядку, в которой будет упоминание о всех этих трех праздниках. О Рождестве, о 14 января, день памяти Василия Великого и о крещении. Светила солнце, радуга вся.
народа. Как ты. Мы изливаем свою грусть, радость, веселье, говорить с природой. Душа русского человека отражается в песне, как ты. Русский человек? Знаю, что он пел всегда, изучая источники. Человек пел и в поле, на работе, за работой, за рукоделием, и на свадьбах, само собой, и на похоронах. Человек пел. И даже в бане. Потому что традиция пения – это истинная русская традиция, и она проявлялась в ансамблевом пении, в хоровом пении. Все мы знаем, что в начале 20 века появился такой первый хор из крестьян, который до сих пор известен. Это хор имени Пятницкого. Создан он был в 1911 году. Митрофан Пятницкий собрал его из крестьян, показывал в разных городах, и он как настраивал музыкантов. Он говорил: пойте, как у себя в поле. Как за работой пойте, как у себя в доме пойте, и никаких особенных, никакой особенной работы не проходило с хором. Единственное, что он мог сказать, где-то спеть потише или погромче. Это говорит о том, что не нужно было учиться. Просто вот эта способность петь у русского человека, она была. Колядка, она непростая, но мы не могли взять простую, потому что возрождение традиции – это непростое дело. Так, сейчас мы договоримся, как мы будем петь. Тут пастырь из порога
Вот мы поем «Тут ангелы витают», а я с вами пою «Младенцы прославляют». Мы поем «Осел смирен пасется», а я вместе с вами пою «А вол стоит трясется». А дальше мы уже все вместе поем. Господь родился мне в отнажьем доме, в охлеву воловье, без след на соломе. Тут ангелы витают, младенца прославляют, осел смирен пасется, а вол стоит трясется. Тут пастырь из порога зрят живого Бога. Тут же. Господь родился не в богатой хате, Иисус ему имя, а Мария мати. Тут ангелы витают, младенца прославляют, осел смирен пасется, а вол стоит трясется. Тут пастырь из порога зрят живого Бога. Тут же. Баю-баю-баю, напевает мати, ей же попевают ангельские рати. Тут ангелы витают, младенца прославляют, осел смирен пасется, а Бог старик трясется. Тут ангел из порога зрят живого Бога. Тут же. Старенький Иосиф около дитяти тоже люли начал подпевать. Тут ангелы витают, младенца прославляют, осел смирен пасется, а вол стоит трясется. Тут пастырь из порога зрят живого Бога. Тут же. Мне кажется, у всех музыкальное образование есть. Вот с родителями, кажется, уже можно уже собирать хор и ехать. Колядки можно оставить себе для домашнего пения. А сейчас мы продолжим. Thank you.
классической песни «Ночь тиха», стихи, ну, как стихи поэта Афанасия Фета, как, ну, были написаны в середине 19 века. А музыку написал Борис Гребенщиков. Начиная с 19 столетия, рождественские стихи становятся традиционными для русской песни, поэзии. Мы сейчас услышали с вами один из возможных путей развития традиции пения колядок и увидели, насколько они гармонично могут сочетаться с, насколько гармонично могут сочетаться стихи 19 века с музыкой 21 века. Сейчас мы с вами перейдем к следующей русской традиции, но по сценарию я вам должна рассказать, как она называется, мне хочется спросить, может быть, как-то вы сами догадаетесь. Эта традиция, она родилась в 18 веке, ее основой стали высокая нравственность, мораль, религиозность и милосердие человека. Благотворительность. Да, благотворительность и меценатство. С 18 века меценаты начинают покровительствовать искусству, науке, строить библиотеки, музеи, театры. И общественное мнение активно поддерживает милосердие и идеи милосердия и сострадания. И все это приводит к такому яркому явлению в истории России, как расцвет меценатства в конце 19-20 веков. Рождество Христово отмечалось в православной России с большим размахом. Каждая семья знала, что наступает праздник милосердия. Осуществляя праздничные покупки, любой состоятельный человек не забывал о прислуге, о бедных соседях. Под Рождество устраивались благотворительные балы, где проводили лотереи, сбор пожертвований. Все средства, которые вручались от этих балов, отдавали на нужды обездоленных. Развитие вот этой замечательной традиции благотворительности было прервано Первой мировой войной и Октябрьской революцией. Но на многие десятилетия, очень многие, сейчас вот только начинает возрождаться. И чтобы не быть голословными, мы с вами прочитаем отрывок из рассказа Лескова «Христос в гостях у мужика». Как раз в этом рассказе говорится о способности русского человека прощать, любить, делиться самым сокровенным, что у него есть. И нам нужен актер на роль, на главную роль. Кто готов? Мужик. Музыкальное образование, вижу, есть у всех. Актерское, подозреваю, тоже у многих. Как мужик? Мужик, просыпайся, твой мужик. Вот твоя роль Тимофея. Будешь вместе со мной. Ну что, начнем? Да. Ты скажешь пару слов. Дело проходит в сибирском поселении. В сибирское поселение отправлен человек, который совершил покушение на своего родственника, на своего дядю, и его по молодости лет, в общем, решают отправить в Сибирь на постоянное место жительства. Итак, Христос в гостях у мужика. Тимофей Осипов прибыл в сибирское поселение в молодых годах по решению суда. Опекуном был в его сиротстве дядя, который растратил или взял почти все его наследство. А Тимофей Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый. Вышла у него с дядей ссора, ударил он дядю оружием и ранил его насквозь. В руку насквозь. По молодости Тимофея большего наказания ему не было, как из первогильдийных купцов сослан он был к нам на поселение. Он у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела. И долго он от всех сторонился, сидел всегда дома, читал книги, и причем самые божественные. Наконец мы с ним познакомились. Именно из-за книг я начал к нему ходить, и он меня принимал с охотой. Воспомнить свою обиду, или особенно если ему хоть одно слово про дядю сказать, весь побледнеет, и после ходит смутный, и руки опустит. Тогда и читать не хочет, и в глазах вместо всегдашней ласки гнев горит. Пришла себе по сердцу моя сестра. Ну, женился он, перестал скучать,
Дом построил, жена добрая, дети здоровые. Чего еще надо-то, а? Кажется, все прошлое-то горе позабыть можно. Но он, однако, все-таки помнил свою обиду. И один раз, когда мы с ним вдвоем в тележке ехали и говорили во всяком благодушии, я его спросил. Как, брат Тимоша-то, всем ли теперь ты доволен? В каком это смысле? Ну, имеешь ли ты все то, чего в своем месте лишился? Ты, брат, меня прости, что я тебя спросил. Я думал, что лихое давно минуло и позабылось. Нужды нет, что оно давно минуло, оно минуло, да все-таки помнится. Да ты не сердись. Я вот что про тебя подумал-то. Писание ты знаешь. Сердце твое гневное и Богу не покоряется. Если тебе через это какая польза в Писании, а? Век бы про это молчать хотел, но ныне тебе, как другу моему, откроюсь. Если это тебе может стать на пользу, откройся. Мой дядя смертно огорчил моего отца, свел горем в могилу мать, оклеветал меня самого и угрозами понудил одних людей выдать за него, за старика молодую девушку, которую я с детства любил и всегда себе в жены взять располагал. Разве все это можно простить? Я его в жизни не прощу. Ох, да, беда велика, брат, это правда. Понимаешь, в чем дело? Пока ты зло помнишь, оно живо, живо, или живо, или то и другое. А пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет, а? Не могу, оставь, мне тяжело. Вот теперь Тимофей был у нас в ссылке 16-й год, и прошло уже 15 лет, как он женат. Был ему, стало быть, лет 38 или 37, и имел он 3 детей, жил прекрасно. И была у него такая привычка, что как близится солнце к закату, он непременно уходил в свой садик и читал на скамеечке книжку. Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с собой Евангелие. Раскрыл книгу и стал читать. Читает, как Христос пришел в гости к фарисею, и ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль его. Так жаль, что он заплакал о том, что этот богатый хозяин обошелся со святым гостем. Вот тут, в эту минуту, и случилось чудо, начало о котором Тимоша мне так говорил. Гляжу вокруг себя и думаю, какое у меня всего изобилие и довольство. А Христос ходил в такой ценности и унижении, и наполнило все глаза мои слезами, и никак их сморгнуть не могу. И все вокруг меня стало розовое, даже самые мои слезы. Так, вроде забытья или обморока, и воскликнул я. Господи, если б как ты ко мне пришел, я бы к тебе и самого себя отдал. А ему вдруг в ответ откуда-то, как ветерке в розовом, дохнуло. Приду. Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол 5 человек, он, да жена, да 3 ребятишек, место у них шестое место в конце стола-то свободно, и перед ним большое кресло. Жене и другим он начал говорить, что так надо по его душевному обещанию для первого гостя. Долгодневны были его ожидания, но ожидания эти были без исполнения. Наступило Христово Рождество, стояла лютая зима. Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей. Застали большие хоромы его, полны людей всякого нищенского, сибирского, засыльного роду. Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытием не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, крытые, с катертями, всем чем надобно, а на дворе уже смеркалось, да и ждать больше было некого. Одного только гостя не было. Нет и нет. Ну, того, который всего дороже. Надо было уже и огни зажигать, да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло, и все мы ждем в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами. Тимофей ходил и сидел, был видно в тяжелой тревоге, все упование его поколебалось, теперь уж видное дело не бывать великому гостю. Внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось, и вдруг двери в горницу сами вскрылись настежь. Все люди, сколько тут было, в неописанном страхе шарахнулись в один угол, и многие упали, только кое всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял старый, престарый старик,
Весь худом рубище дрожит, и чтобы не упасть, обеими руками за притолки держится. Тимофей, как увидел это, вскричал. Господи, вижу и приму его во имя Твое. Тимофей взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был? Этот старик, может быть, вы сами догадались. Это был враг Тимофея, дядя, который все его всего разорил. В кратких словах он сказал, что все у него прошло прахом. И семья, и богатство. Всего он лишился и ходил давно, чтобы отыскать племянника и просить у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту метель он сбился с пути, замерзая, чаял смерти. С той поры старик так и остался у Тимофея, и умирая, благословил его, а Тимофей навсегда остался мирен в сердце своем. Так научен был мужик устроить в сердце своем ясное, для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть таким ясным, если оно исполнило заповедь. Любите врагов ваших, благотворите обидевших вас. Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе спрашивали.
своеобразный обед. И почти каждый год на протяжении своей поэтической жизни писал рождественские стихи. У него есть такой рождественский цикл, который состоит из 23 стихов. В одном из интервью поэт рассказал, что этот цикл вырос из картинки «Поклонение Волхву», которую он вырезал из журнала и повесил себе на стенку. Он часто подолгу на нее смотрел, и однажды ему захотелось смотрел и захотелось ему писать стихотворение на эту тему. В своих стихах он дает такое вот противопоставление пустыни, в котором живет человек, и звезды. Пустыня уродства – это мир на пороге чуда, еще не знающего, что рождение младенца перевернет и преобразит его. Пустыня повсюду – неуютность, холод, мрак, беспросветность. И в этот неуютный мир без правды и веры рождается тот, кто может его преобразить.
что празднование Рождества не ограничивается вкусным праздничным столом и красиво наряженной елкой. Мы понимаем, что Рождество Христово – это гораздо глубже, больше, сложнее для нашего понимания, чем может показаться. Но иначе же как человек может стать милосердным, готовым делиться тем, что у него есть, с другими, никогда не испытывавшими жертвами любви ближнего? А может ли человек создать своим творчеством шедевр, если не умеет любви ко всему живому, светлому и доброму? А может ли человек по-настоящему быть счастливым, не зная и не ценя то хорошее, что было создано и было ценным в этом мире для него? Давайте с вами размышлять над этим вопросом и стремиться к идеалу. А теперь я хочу позвать снова сюда замечательную группу, фолк-группу «Дорогу домой». Ребята, заходите. Отдельное спасибо за какое-то возвращение смыслов, потому что наш клуб называется «В поисках смысла», и мы вот через наши встречи стараемся обретать новые смыслы в знакомых нам вещах, в том числе в праздниках, в художественных произведениях, там, в музыке и во всем. И сегодня так много было возвращено смыслов, мне кажется, потому что в современном мире часто люди поздравляют друг друга, говорят «С Рождеством!» и забывается вот это окончание «С Рождеством Христовым!» Сегодня так много звучало важных мыслей и через произведения, и через слова всех участников. Отдельное спасибо за упоминание, что на крещение, купание в проруби, это, в общем, не связано никак вот с освящением в жизни человека, потому что это возвращение тоже смыслов потерянных вот, в современном обществе. Спасибо вам большое за сегодняшний вечер. Просто подарок такой, согревающий сердца. И сейчас можно дальше продолжить общение за чаем. Оставляйте свои контакты, кто хочет получать рассылку о наших событиях. Спасибо всем большое за сегодняшний вечер.